Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут 5 моих питомцев, с которыми мы отправились в Мэджик-путешествие на море на машине. И сегодня мы продолжим нашу рубрику «Чихуахуа может». В этом путешествии моя собака Миша впервые покорила вершину водопада, а Юмичу – скалу в море. Следующая, самая старшая девочка из моих собак – Софи. Ей предстоит еще более сложная задача. Впервые в жизни, за все свои почти 10 лет, она должна вместе со мной забраться на гору Ильяская, пройдя через магическое, мистическое место под названием Дом Солнца, которое с вершины выглядит как каменный цветок. Путь туда долгий и трудный даже для некоторых людей. Это дорога через лес, это длинные расстояния, это постоянные камни, это подъем на большую высоту, по очень сложным тропам. Сможем ли мы с маленькой собакой преодолеть такое? Вот сегодня мы с вами это и узнаем. Кстати, недавно я летала на параплане. Но я же Мэджик, мне сказали «наклонись и как бы падай», когда будем взлетать. Я поняла это в прямом смысле слова, наклонилась и упала. Что со мной не так, а? Это немного помешало взлету, но все же нам удалось подняться в воздух. И это было на одной из самых высоких вершин Крыма, горе Ай-Петри. По сути, это просто крыло, которым ты ловишь потоки воздуха. Никакого мотора! Ничего, только ветер держит тебя на весу. Это нереальное ощущение. Я надеюсь, что так же, как этот ветер, вы, ребята, сможете поддерживать нас в нашем творчестве на Ютубе. Вашими комментариями, ведь они появляются в видео. Вашими лайками, чем их больше, тем быстрее выходят новые ролики. И, конечно, подпиской, ведь наша цель 3 миллиона. А иначе, без вас, как на параплане без ветра, нам грозит пропасть, в которую мы можем провалиться навсегда без вашей поддержки. Это просто капец. Класс. Вся жизнь становится пылью просто. Все проблемы становятся вообще ничем по сравнению с тем, что ты видишь там. Ну что ж, а на Ай-Петри мы забрались глубокой ночью и без питомцев. Зачем? Затем, что я Мэджик, и мы сумасшедшие хотели увидеть рассвет солнца и закат луны прямо с вершины горы. А без питомцев, потому что это слишком опасный путь, тем более в 3 часа ночи. Это будет ночь на горе, ночь в лесу. Это дикий лес, дикая гора. Ну, то есть в том смысле, что здесь нет людей, это не просто какой-то город. Ты реально ночью едешь по лесу, в ночи на машине. И наверху, на горе тоже никого нет. Это жесть, страшновато. И самое стрёмное в этом всем это то, что там серпантин. Серпантин, вот такие вот дороги просто в горах. И мы здесь одни, ночью, в лесу. А еще это была ночь полнолуния. И мы оказались в том лесу, через который поднимались на гору не одни. Собака, это ты? Мы прошли полпути. Здесь ветра нет, поэтому теперь жарко. Вот он, собакин, побежал. Как волк такой. Ты нас ждешь? Мы идем. Наш спутник. Спутник, я тебя буду называть спутник. Пошлите. Идем по какой-то пустыне из камней. Вершина Ай-Петри. 1500 метров. Мы покорили Ай-Петри. Как красиво. Вот там луна, а вот там над горами солнце. Мы встретили самый красивый рассвет на горе. Позавтракали там и отправились обратно. Вот так выглядел лес, по которому мы ночью в темноте поднимались. Спутник! Спутник! Мы поставили себе задачу увидеть и один из самых красивых закатов. Закат на мысе Фиолент, где мы тоже теперь побывали. Кстати, на Фиолент мы попали через известные места в Крыму. Бухта Ласпи и Балаклавская бухта. Там мы даже покатались на лодочке, на яхте, выплывали в море. Очень классно. И, к сожалению, в этом месте мы тоже были без питомцев, потому что путь очень длинный и долгий, и жаркий. Все это на машине, целый день. И я не была уверена, что животным будет с нами комфортно. Но зато дальше Софи нас ждал эпик. Мы прошли с Софи довольно большой путь через лес, к подножью горы. И часть кадров из нашего путешествия, к сожалению, были утеряны вместе с картами памяти с основной камеры. Там у подножия мы залезли на огромный камень, прямо в самый центр этого храма солнца, этого каменного цветка, как его называют. Давай, Софиш, давай. Пойдем. Иди сюда. Софиш, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди к маме, давай. Софиш, давай, иди сюда.
Иди сюда, давай, молодчинка. Давай, 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 давай. Вот, умница. Чтобы оттуда немного оглядеться вокруг и перевести дух, потому что дальше нам предстоял самый главный и самый тяжелый подъем. Не по лесу или просто в горку, а по настоящим горам, подъемам с камнями. Очень крутым. Как раз с этого камня, на котором мы отдыхали, было видно вершину, состоящим на ней крестом. Это было очень далеко, куда нам и предстояло подняться. Справится ли Софи? Увидим. Мы с Софишей все-таки поднимаемся на ту высоченную гору. Тут кругом ветер. Я не знаю, слышно ли хоть что-то. Надеюсь, что слышно. Если нет, то буду озвучивать. Софиша чувствует себя прекрасно. Посидела на камне со мной, и мы взбираемся дальше. Сейчас самый высокий подъем. Давай, давай, Софишка. Мишка поднялась на такие высоты. Ты должна тоже. Ты молодец. Герой. Ой, ой. Герой, идем, идем. Ветер в горах действительно очень сильный, и вместо звука чаще всего записывался лишь шум. Мы постоянно делали небольшие передышки, потому что идти наверх было не так легко, как казалось сначала. Небольшой промежуточный этап. Вот отсюда видно уже лучше каменный цветок. А вот там море. А туда мы пойдем на вершину, к кресту. Афиш, иди сюда. Давай залазь. Вот молодец. Молодчина. Да, тропки тут, конечно, резкие. Ух ты, блин. Как вы слышите, ветер такой, что аж сносит с ног, задувает в уши, а нас встретило неожиданное препятствие. Металлические штыри, воткнутые в гору в виде ступеней, по которым надо идти, держась за трос. Иначе можно просто сорваться вниз. Как бы такая самодельная горная лестница, и она практически вертикальная. Вдоль горной стены, по которой, чтобы пройти, нужно не только уметь держать равновесие, но и не бояться высоты. А вот собака по таким ступеням, конечно, никак не залезет. А по такой вертикали вскарабкиваться сама она точно не сможет. И тут пришлось на ходу придумывать решение. И мне пришла в голову идея посадить Софи в сумку на плечо. Конечно, это не очень удобно и далеко не безопасно. Ведь у меня практически получается занята одна рука. Но сдаваться мы не собирались. Хоть и уже довольно подустали, мы же не знали, что нас ждет дальше. Все, Софиш, вылазь из сумки, давай. Вылазь, вылазь, вылазь. Вот молодец, давай, давай. Давай, вылазь, молодчина. Дальше сама пойдешь, да, дальше. Ай, Софиша, умница. После этой лестницы сначала дорога была довольно равномерная, но в гору. Не такая легкая, как кажется на видео. Поднимались мы, тяжело дыша. И уже видели каменный храм солнца с высоты, но впереди оказался еще один крутой подъем. И Софи явно устала. И этот подъем был не просто тропинкой, а резкой. Каменной тропой, тоже почти что вертикальной, и Софи все же 10 лет. Она стала капризничать и отказываться идти дальше. Мне приходилось ее уговаривать, и она, как настоящий преданный пес, продолжала путь. Наконец, мы забрались на высокую часть этой горы. Такое как бы плато, но до креста, до конца, нужно было подниматься еще. Наш путь длился уже около 2,5 часов, и мы дико устали. Просто гулять по парку столько времени – это одно, а вот подниматься в горы, когда ты маленькая собачка на маленьких лапках, и тебе почти 10 лет – это совсем другое. Мы приближались к вершине, к кресту, который еще не видели своими глазами вдалеке. И в какой-то момент ветер был настолько сильный, что не слышно было не просто, что я говорю, я не слышала даже сама себя. Последние шаги оказались, наверное, самыми тяжелыми. Воздух на такой высоте другой. Дышать довольно тяжело, когда ты прошел такой путь, и столько часов все-таки сказались. Если я так устала, я не представляю, как устала Софиша. Край света. Ах.
вообще бесконечность. Вокруг нас невероятный вид. Горы, холмы, леса. Тот самый каменный цветок или храм солнца мы видим уже с почти самой высокой точки. Я останавливаюсь на секунду, чтобы перевести дыхание, чтобы оглядеться вокруг. И тут я понимаю, что Софи, моя самая старшая собака из девочек, Софиша, которой почти 10 лет, видит такое впервые, что мы дошли, что мы поднялись, что вот оно солнце, и вот он край, вот она вершина, крест. Мы добрались, мы смогли, ребята. Софиша у нас не любит ходить по камням вообще, а тут оказалось много камней, и ей пришлось подниматься по камням, но она вообще прям молодец, супер. Я ее несла в сумке только вот по металлическим ступенькам. Она такая молодчина, вообще легко взбиралась на все, такая супергероиня. А я забыла поить, придется поить ее из бутылочки. Чуть-чуть только, совсем много давать не буду. Вот так хочется ей пить, конечно. Такой путь преодолела. 2 километра мы шли там по лесу. И получается, сколько здесь? Это самая вершина, высшая точка горы Ильяс Каяны, на которой стоит крест. И отсюда видно вот этот вот каменный цветок, этот храм солнца. Еще чуть-чуть и все. Вот, Софи, герой просто, я считаю. Пишите в комментариях, о каком из питомцев будет следующее видео и откуда. Поддержите нас лайком, подписывайтесь на канал и увидимся скоро в новых роликах.